Здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем играть в Atomic Heart. А это глазастенькая Элеонора. Насколько я могу вам напомнить, мы закончили на том, что выискивали товарища Петхава. Можешь таки опустить эту дрянь. Пускай они там ходят. А, какой. Здорово. Иди нахуй. Вот так вот. Сложный путь, да? Согласен. Так, теперь немножечко вернемся. Я не хочу сейчас ни с кем ссориться, я просто хочу попытаться пройти эту локацию. Машинка. Вован. А может это самое просто сейчас и опустить все? Нахрен. Она поднялась там. Как-то проще. А, это. Стоит. А я тут пока успокоюсь. Ну, в смысле успокоюсь. А я тут пока пошарюсь. Все равно же это вроде не навсегда, правильно? А, что это у нас такое? Подземный комплекс. Ну, это такое ощущение, что если я начну с этим Петровым сейчас бодаться, он меня... на меня вызовет какую-нибудь каку. И это будет не очень весело. Ну, раз мы уже здесь, давай-ка сохранимся. На и так вот даже зацепиться даже нельзя. А почему нельзя пользоваться этими? Кто здесь?
тяжело. Это мясо какое-то. Что-то мне кажется, это специально сделано. Правда? Ты видишь каждому из... Ну, судя по диалогам, Петров та еще сволочь. Что это у нас такое? Ключик. А все выключено. Все выключено, полигон номер 9. Я молодец, я все нахрен выключил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да. Ну, видимо, до следующего. Да. Арлекино, Арлекино, да. Печенька. Ну что, попались, голубки? Ты убил его? Виктор, хватит! Довольно смертей! Да просто вырубил! Просто вырубил! А голова? Как у тебя голова? Что это быть за... Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли души смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Нет, это все неправильно. Это неправильно. Я не согласен. Нет, Лариса, извини, но я тебя не понимаю. Он здесь все разнес, а ты... ты... А я врач. И сегодня погибло уже достаточно людей. Людей, Лариса! А это зверь! Цепной пес! По приказу Сеченова порвет кого угодно! Виктор, он прикован. Я запрограммирую лечение, и мы пойдем. Куда? За нами никто не придет. А все планы на побег уничтожил этот маньяк. Я знаю, но мы что-нибудь придумаем. Сомневаюсь. Освободите меня, я обещаю, что все закончится быстро и безболезненно. Подал голос. Салайл! Видишь, он только очнулся и уже угрожает. Я хотя бы угрожаю. А скольких людей без предупреждения порубили в капусту твои роботы? 2-3 тысячи, а? Виктор тут ни при чем. Он лишь вызвал локальный сбой. Локальный сбой? Какого хрена тогда на твоем Викторе не царапинки, м? Что за бред ты несешь? Бред? В Вавилове. На ВДНХ. Здесь роботы атакуют всех без разбора, всех кроме вас. Почему, если вы их не контролируете? А? Ты же говорил, что не имеешь никакого отношения. Конечно, не имеет. Чего он там еще успел тебе наплести, а? Блохеры. Виктор, это было необходимо. Простой сбой ничего бы не изменил. Как ты мог? А? Как я мог? Ты же сама сказала, весь мир может погибнуть. Как это он без головы-то? Нет, не трогай меня. А ты действительно ей ничего не сказал? Обрамить.
Полегче. Тихо, тихо. Лариса, стой! Лариса! Да ничего тебя уже не спасет, козел. Пусти меня. Хрена себе такой лазерик. Из чего этот лазер? С какой мощности этот лазер? На какой батарейке? Петри вызывает Челомей. Петров бежал. Снова. Нечаев, я вижу, тебе нравится за ним гоняться. Петров не должен помешать запуску нового коллектива. Найди преступника. Немедленно. Вам удалось разозлить волшебника, товарищ майор? Я уже понял. Не лезь под руку, а? Волшебника. А что делать? Жизнь тяжелая. Ну что, грушка? Грушенька. Черновик. Запрос по избе. 8 июня 55 года от специалиста Зомера, начальника спецсвязи Зомера, к Сеченову. Товарищ Сеченов, я обратился с этим вопросом к Нотову, но он отправил меня к вам, сказав, что это было ваше распоряжение. Вопрос касается дома товарища Муравьевой. Помехи, которые производят это, с позволения сказать, изба, не идут ни в какое сравнение даже с мощнейшими станциями. Если это какой-то секретный объект, замаскированный под избушку, скажите мне, я внесу в реестр. Если это какая-то самодеятельность, то я предлагаю прекратить. Так наблюдение за помех вести просто невозможно. Ну да, там квантовые компьютеры, всякая херня. Интересно. Данные удалены. Записал, чтобы это ни было. Смена начальник спецсвязи ВС Зомер. Отчет о наблюдении. 4.51. Принял смену на 9 минут раньше предписания расписания по просьбе руководства. 6.43. Сигнал шифр. Радиолокационная разведка США. Заблокировано. 7.21. Сигнал. Откровенные любители из Китая проверяют диапазон. Не препятствую. Открытый. Сигнал открытый. 7.53. Сигнал открытый. Номерная станция погоды. Возможно, шифровка шпионажа. Не препятствую. 10.44. Сигнал шифрованный. Неопознанность сигнала. Вероятно, военные испытания Аргентума. Не фиксирую. 11.23. Сигнал сканирования. Китайские низкочастотные проверочные сигналы. Заблокированы. 12.00. Сигнал неопределенно. С узла и грифа отправлен на нечитаемый набор закодированных Подожди, 12. А что, убили нахрен? Ага, в 12 часов нахрен всех убили. Прикольно. Так, где еще одна игрушка была? Обновление. Обновление или передача? Передача или... Действие невозможно. Хорошо, обновление невозможно. Ладно.
Открываемся. Так. А, все заработало. Так я в домике. Нет, собака, тебе меня не поймать. Чё? Какая собака? А, ты в хате где-то? Робота башка, как ты сейчас такой блашковец теперь. Это я отсюда приперся. Хорошо, это я собака, значит. Так, мне наверх надо бы. Надо бы наверх оттуда, я понял. Так, наверх и попробую включить там все, что. Так, отвали, я, блин, не в настроении. Блин, очень хочется, да? Вот очень хочется со мной посраться. С товарищем Нечаевым. Работают, камеры работают. Полет нормальный. Он что-то все летает. Так. Камера. Полигон. Что я открыл на той стороне? Непонятно. Ну, очень интересно. Может, какие-то бонусы? Вроде всякие. Как-то провод идет. Что? Куда это? Непонятно. Но очень интересно. Что это? Что это? О, вот, смотрите. Три ребенка прямо в ряд. Так, нам бы сюда тогда наведаться. А с этим все понятно. Наверное, еще раз бы перезагрузить этот ретранслятор. Чтоб никакая сволочь больше тут не бегала, а я тут не мучился. Полигон номер что-то там. Так. Там говорите. Все-таки да, отключу. Я это самое. Подождите немножко.
остались тут. Так, я вижу в той стороне. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Насколько оно загружается, вот сейчас. Так, сохранить. Сохранение данных. Где же ты были ящички эти ваши? Там что ли? О, вижу там. Чего против вас? Что ты там начинаешь вырубать эту музяку? Мне ж тревожно. Что сейчас прибежит какая-нибудь тварь? Вроде этой. И начнет меня допытывать. А я допытывать не люблю. Ну, в смысле, наоборот, я люблю допытывать. Я ж майор Нечаев, я из мертвых информацию добуду. Так, ну я типа включил эту хрень. Теперь расскажи мне, куда ты ведешь. Что это такое вообще? Я не... Тип. Так, я помню, что где-то там было. Сохранится. Сохранение данных. Говорится, жадность фраера погубит, а товарища Нечаева спасет. Ну, ничего в тебе нету полезного, да? Все это принайдет. Что вы меня тут нагнетаете? Позвольте, я не согласен с таким решением. Давайте еще раз. Мне понравился этот тихий час. Всем спать. Так, вниз идет, да?
Что открылось? Лифт открылся. Ага. Все, поехали на полигон. Show must go on. Где скрывается Петров? А? Сейчас мы узнаем. Но вряд ли он здесь скрывается. Но тем не менее. Посмотреть надо. Гранатомет зачем-то таскаю с собой. Сколько я с собой могу таскать, а? Карманы кого там? Эти ультрадименсионные. И водород. Что значит и водород? На телефоне. Какая у него морщинистая кожа, а? Если так присмотреться. Так, что тут? Еще один научный полигон. Военные чертежи должны быть где-то здесь. Догадался. Слушай, хранитель знаний. Откуда у тебя данные о военных разработках в якобы гражданских лабораториях? Тут ведь как? Я, скажем, устройство, созданное в чрезвычайных обстоятельствах для чрезвычайных ситуаций. Угу. Для агента по особым поручениям. Вы сами все прекрасно понимаете, товарищ майор. Или, возможно, скоро поймете. За попу щипает, да? Этих зайцев. Зайчиков. Такая. Эротический подтекст. 184. Персонаж. Я хочу вот это все. Вот это вот хочу все. Лариса Ивановна хочу. Доступ разрешен. Да не Элеонора, а Лариса. Так, я помню, что он стоит, сука, дорого. Давайте разберем, что у нас тут есть. Чего у нас тут нету. А, смотрите-ка. Патронов до хрена. Этих самых до хрена. Да хрена. О, 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 вот это классно. Так. Так, по этим у меня все хорошо. Маленький бы отдал. Пускай они будут. А эти на боссов. Потому что я, ну, я реально не понимаю, вот нахрен вот эти вот капсулы адреналина, там что-то такое. Я же могу их сохранить, да блин, нахер, нахер вояк. Так, нет предела чекистской мерзости, да? Разбор. Mm-hmm.
Так, посмотрим, что тут у нас есть, а. Качнуть бы надо, штатный ствол, ни хрена не прокачаешь. Создание там. Нет. Кассетник, кстати, интересно. Фишечка, может быть, на более сложных сложностях это более нужно, но сейчас я не вижу особой надобности. Так, это понятно. Это понятно. Понятно, что непонятно. Энергомодули, сколько же вас надо, товарищи? Кассетнику. А для этого... А тут можно разобрать еще какую-нибудь дрянь. Дрянь какую-нибудь разобрать, и получится проапгрейдить все нужное. Давайте, пускай будет. Складоразбор, давайте. Разберем ненужные... Соблюдаем чистоту в инвентаре. Но главное, чтобы не шаром покатили. Так, здесь что-то вот нет. Энергомодуль. Теперь эти надо прокачивать. Ну что, как-то так. Наверное, надо что-то создать. Чисто ради ачивки хотя бы. Уже имеется. Ресотрон прикольная штука, но я думаю, что последний доминатор. Выглядит как пулеметр. Ручка не очень эргономичная, но такие. Что поделаешь? Дизайн, конечно. Ладно, хрен с ним. Создам. Пускай на складе пылится. Леса у меня есть. Звездочки у меня нет. Подожди-ка. 19. Нет, да хрен еще вам надо для этой штуки. Все, нормально. Авторизация, майор. Что-то у меня на складе теперь лежит. Всякая херня. Снежок. Швед. Ладно. Пойдем. Об износе стойкости стройматериалов, а также зданий и сооружений под сейсмонагрузкой. На данном полигоне они проводятся на специальной виброплатформе, имитирующей сейсмические колебания советской земли. Результаты испытаний призваны обеспечить безопасность советских граждан, проживающих в строениях, спроектированных бригадами предприятия 3826. Прикольно. Ну, в смысле, прикольно. Вот это летает прикольно. Вот что прикольно.
Что за нахрен с этой рыбы? А, поплыли обратно. Я понял идею. Так, нет, немножко не то, что я хотел. Ничего, танцуем. Скоро там Ахтунг не поможет вам супербетон. Нет, а все потому, что у вас супербетона нету. Из Вольфенштейна. Музыка такая специфическая, блин. Что прямо. Что у нас там? Звездочка дополнительная пила. Хренаськи, а я тут на топоре сижу. Ну, в смысле, не буквально. Зона подводных испытаний. Сдается мне, что все-таки надо наверх пройтись. Все туда, сюда, сюда, туда. Хрен его знает. Пляж, да. Опять такая комната. И опять такая комната. А, я сейчас. Луна. Прикольно. Что у нас тут такое? Просто очень интересно, что здесь творится-то. Не. А рыгдола бы вашим. Есть рыгдол, только поза такая странная. Так, окей, здесь мы прошлись. Так, 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 так. Ого. Это цех хитрит, подрит просто. Цех на цехе и цех обгоняет. Фух, блин, куда ж идти-то? Куда податься? Ладно. О, сохранялка, это хорошо. Это ты зря, заяц.
Да, небольшая задержка. Так, это мы отсюда пришли. Это у нас тут ящик. Причем плохо отражавшийся, между прочим. О, паркур. Из Dark Tide не хватает этих подкатов. Или откуда там она. Ну, короче, из всяких этих. Гидравлические испытания – это комплекс мероприятий, призванный изучить гидравлические свойства полимеров различных классификаций и типов. Испытания проводятся на разных этапах эксплуатации вещества. Модулируются различные аварийные ситуации и изучаются методы их ликвидации. В данном цикле можно наблюдать симуляцию временного затопления. Блок контейнера воды помещается в резервуар красных полимеров и следует учитывать. Дерись, дерись и больше, то есть мирись, дерись, что-то там такое было. Дерись, дерись и больше не мирись. Ага. Это что за хрень? Что это у нас тут торчит? А, это эти остатки. Стоит прогибаться под изменчивый мяч. Что это такое тут горит? А ну заканчивай говорить. Какая прикольная бассейн. А рыбки почему-то дохлые. Интересно. А дальше уже нельзя. Это было бы интересно, интересно. Да, блядь. Да вот я того же мнения, да. Ощущение, что там слишком большая зона. Надо еще. Это ёкарно бабай. Это прыгание туда-сюда. Ну, в смысле, не прыгание, а
Господи, что вы творите? Где Михалыч? Михалыч, это все твое? Твоих рук дело? Или кто это так издевается? Или роботы ощутили все жизнь? Так, туда нам не попасть, туда нам не попасть. А, там Лариса, Элеонора Ивановна. Это модуль интересный. Да. Ладно. Вроде все здесь. О чем я был? О чем я говорил? Что-то там Лариса Ивановна. Но... Так, ладно, вскроем этого засранца. Что нам дали? Нам дали какой-то апгрейд на доминатор вихревой. Преобразователь и леса. Хренаськи. Элеонор, ты и такой умеешь. Конечно. Сохранение данных. Водичка вижу. Это что, вода или полимер? Что у вас с физикой воды? Ух, ядрит Мадрид. Какой прикольный уровень. С подлодочкой. Какие мегастроения. Мегаструктурс. Остановился? Чё за фигня? Как это он мог остановиться? Прям хренаська, хренаська. Такое ощущение, что один из позднейших уровней. Такой, ух. Мега про это самое. Мега проект. Я не понимаю, что это за хрень. И что мне с этим делать теперь? Идите, кушать готово.
Так, блин. Выпусти меня. И что? И что, и куда? И куда мне с этим? А вот он здесь застрял. Что мне с ним делать? Пока ни хрена непонятно, но очень интересно. Так. Хитрит Мадрид, да? Не говори. Don't speak. I know just what you're thinking. I don't need any reasons. Так, мы вытащили отсюда одну такую хрень. Что это было? Мне хочется сохраниться. А сохраниться в другом отделе. Воу! Куда это мы отвалились? Прикольно. Что, блядь, происходит? Я люблю, когда кто-то автоматически закрывает за мной дверь. Ух, подлодочка. Не понял. Что-то тоже еще один нужен был, а я не взял. Суровые люди. Эх. Так. Блин, какой-то по ногтику, да? И не говори. Самое съешь мое яблочко такое. Тык-тык-тык-тык. Я не работает. Или работает. Только я не работаю. Не нормально было. Определенного момента.
сейчас чихнуть. Простите, товарищи. Ни хрена непонятно, но, блин, я не понимаю. Эти ваши загадки. Что это за прыжок веры такой, блин? Советский Союз. Блять, как вернуться обратно? Верните мне, пожалуйста, обратно. Я не хотел. Это я... Под винты лезть? Что-то так себе идея. Так. Нет, так не работает. Так, я пока не понимаю. Что тут винты? Где оно? Хренаськи, я так... Так, не падать, не падать, вернись обратно. Ты смотри, что Галатасарай делает. Что это за херня тут творится? Ой, блин. Сейчас еще свалился бы нахрен. Ребят, что-то перемудрили, блядь, а как вернуться обратно? А надо мне вернуться обратно, или не надо? Я там вроде все собрал, но тем не менее. Как-то все так неожиданно было. Ядрит Мадрид. Я хочу выйти из этого огромного. Так, на чем мы застряли? Вот-вот, да, Серег. Сергей Алексеевич. Да ядрит Мадрид. Тут хваталось-то не хватается. Что у вас в этой игровой вашей логике творится? Так, не туда хватаешься, не туда.
так вот. Нет, так не получилось. Куда бы его засосало, если что? Куда-то, куда-то. Забрал. Вот так вот, ладно, пойдем по классике. Да ёб твою мать! Паркур, блядь. Половинчатый. Блядь, не туда. Не торопись-ка. Блять, не торопись-ка. Да, вот эти многочисленные повторения заставляют тебя нервничать, ускоряться там, это самое. Блять. Делать какую-то ненужную херню. И раздражать. Блять. Да что ж такое-то? Теперь не цепляется, ёб твою мать. Паркур, сука. Почему как в Uncharted не сделали? Если вы уж полагаетесь на эти всякие ваши... И? Где оно? Ёб вашу мать! Я понял. Что? Сука! Что это было? Дрен батон. Ах, так. Блин. Что дальше? Что дальше? Дальше чё? Да, но там мы уже были.
куда ты там отъезжаешь. Если тебя отключить, давайте посмотрим. То ли избыточные элементы загадки, то ли что. У меня есть такое ощущение, что нужно будет... А вот, смотрите, как она быстро обратно идет, а? А туда потихонечку. Что это fucking было? What the fuck is fucking fuck? Паркур, блядь. То есть у нас третий элемент, геймдизайнерский элемент прокачивается здесь. Вот тут у нас типа были эти электромагнитные штуки. Да ёб вашу мать, что это за нахуй такой? Пока что с паркуром я очень это самое. Как частичные элементы, которые реально проверяются. Ну, то есть проходится на уровне, как бы это ладно. А как элементы загадок, это чертовщина блядская. Особенно вот тут они с этими. Давайте покатаемся. Покатаемся по бункеру. Хрена себе такой бункер. Сухой док. Такое ощущение, что текстура тоже двигается. Блять, а сейчас ты что не цепляешься-то? And? Блять, тоже не сюда. Сейчас попробуем посмотреть по всяким света левел дизайнерским штукам. Так что пока что я не нравится ваш масштаб. Но все остальное херня какая-то, блять, на постном масле. Хуя, блять, пиздец. Может, там туда, блять, а не сюда. Ебанина, сука, блять. Простите за мой французский, я уже не могу сдерживаться от этого. Нахуй тогда вот эта штука нахуй нужна была. Блять, пиздец. Злоебучий левел дизайн. Я премию бы понизил этому товарищу. За это самое.
какого Motion Games этот мапаг для... Мапаг для Quake первого. То есть, с одной стороны, там одна карта есть, которая как бы весь мир перевернут. С одной стороны, интересно, симпатично. Е3, смотри, что за... Может, это тоже как-то двигать надо? А куда двигать? А как это двигать? Так, давайте вместе подумаем. Я вижу, там херня какая-то. Что-то музыка-то бесит на самом деле. Ну тут как-то подняться или опуститься или что такое. And ебись оно конем. Блять. По пальцам, сука, блять. Ух. Паркур, блядский. Может это подняться, а потом все эти такая обманка, ёб твою мать, ну нахуй вы это делаете? Нахуй вы, блять, это делаете? Нахуй, если это просто этап к этому самому. Блять! Очень много мата. Тут не работает, там не работает. Ну ёб вашу мать, ну господи. Ну, в смысле... У вас чё, тестировщики не работали, что ли? Отдай мне свою эту самую... хуйню. Допустим. Плывём мы вот так вот, плывём. Ардеву мейтенес из Додус Проя. Как пели бравые латышские парни. Я туда могу попасть? Или не могу попасть? Или могу, но не могу? Или вообще куда мне надо попасть? Куда ты меня привез?
Мне такое ощущение, что все-таки туда не надо нам. И туда нам не надо. Все такое злыбучее. Шипито, блядь. Ну, блядь. Тут левел дизайнером бы отомстить. По жопе. Самое, блин. Все ж нормально было. Нормально общались. Что это такое? Так. Что-то музыка, блять. Вот как оно тогда зацепилось? А сейчас не цепляется. Тоже какое-то это самое. Ни хрена не понятно. А, вот оно. Или оно так не было, или не было, или чё? Или чё происходит вообще? Чё происходит, ребята? О. Смотрите, здесь есть эти тесёмки безопасности. Ну, в смысле. Верни мне ключ. Скажем так, в реальной жизни ты можешь... Ух, кучу всякой херни оружие. Не продумать. Но левел дизайн... Но левел дизайн, он на то и заточен, чтобы ты... Ой, куда, блядь, ты меня понёс? Сука! Да вы чё, блядь, издеваетесь? Ой, блядь! Ну и чё? Чё дальше? Ну забрал я их, уничтожил. Вот там двери какие-то. Они. Да блять, я не хотел пока ещё туда. Блять, ну вы что, блять? Ах! Твою ж мать! Блин. Пообрывать бы, блять, ногти это. Ах, сука, как ты меня выморозил, товарищ левель-дизайнер. Такой, сука, блядь, умный. Пустите, а это что-то, что, блядь, происходит?
Что, блять, нахуй происходит в этом мире? Что это за херня? Чё, мне надо опять скрывать там эти... Отпустите меня, что ли? Ну, в смысле, опустите... Вниз опустите, заразы. И туда сразу же нельзя. Ну, блядь, кто так строит? Кто ж, блядь, так строит? Ладно, я... Сука, блядь. Там ящик один большой точно был, вот этот вот. И вот два ящика не вытащил. Теперь из-за вас нужно снова, потому что, блядь, кто-то придумал, что надо автоматически отправлять наверх. Без кнопки. Блядь, кого... Сука. Ладно, простите, товарищи, очень сильно расстроен. Ну реально, реально. Да. Все. На сегодня я, пожалуй, все. Я больше не могу возвращаться, тем более, что там что-то сломано. Судя по тому, что комнатка вообще оторвана от реальности. Лифт не открывается. Вот. И повторно проводить магические пасы я пока не хочу. Ладушки. Все, спасибо. До новых встреч. А так, если вам понравилось... за исключением последней части, то лайки, подписки, шары, комменты, донаты, все, что в ваших силах, дорогие товарищи, и адьос. Увидимся в этой или в другой игре. Пока.